Здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре автомобильная зарядка для смартфонов фирмы Хама, модель Opal. Поставляется она вот в такой коробочке. Когда берешь ее в руки, то чувствуется сразу качество товара. Коробочка имеет вот такую дверцу, на магнитиках открывается. Здесь окошечко такое, и видна сама зарядка, которая лежит. Чтобы ее достать, нужно вскрыть вот здесь две пломбы. На сайте Хама указано, что данная зарядка поставляется в некоторые страны с еще USB-проводом. В данном случае в комплекте у нас только сама зарядочка и инструкция по эксплуатации на русском языке. Вот так выглядит сама зарядочка. Здесь указано, что у нас входное напряжение от 12 до 24 вольт, то есть может использоваться как в легковых автомобилях, так и в грузовых, в которых бортовая сеть 24 вольта. А выходное напряжение 5 вольт, 1 ампер, и второе гнездо 5 вольт, 1,1 ампер. Здесь у нас два гнезда USB, вот такие вот, плюс-минус. В инструкции и на коробке указано, что здесь 2100 мА. С обратной же стороны коробочки написано, что у нас каждое гнездо по 1,05 ампера. Ну, в смысле 1,5 ампера. Но я подозреваю, это вся неразбериха связана с переводом с немецкого языка. На самом деле, если подключено одно устройство, смартфон, то мы получаем максимальную мощность 2100 мА. Если подключено два, то, соответственно, делится пополам и получаем 1,05 ампера. Цена данного устройства 290 рублей. Давайте перенесемся в автомобиль и посмотрим, как эта зарядка работает. Давайте теперь посмотрим, как наш зарядничек работает в реальных условиях. Подключим его к бортовой сети автомобиля 12 вольт. Вставляем его в прикуриватель. Он начинает светиться таким голубым светом, ободок у него. Включаем USB сюда. Отключили, а второй конец подтыкаем к нашему телефону. Подключили. Видим, что пошла зарядка. Я до этого уже проверял, заряжает нормально. Соответствует заявленным характеристикам. Было 16%, уже стало вот 17%. Хама, как всегда, порадовала качеством своей продукции. Так что смело могу рекомендовать автомобильное зарядное устройство Хама Opal к приобретению. Спасибо, что посмотрели обзор. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До свидания.